Проще попасть на прием к президенту, чем дождаться очереди к терапевту. С жалобами на нехватку медиков в поликлинике и гигантские очереди к врачам накануне пожаловались наши телезрители. Получить заветный талончик в регистратуре – полбеды. Еще одна проблема – дождаться приема в кабинет. Березняковцы поделились, что сейчас ждать в коридоре приходится по 4 часа. Сегодня ранним утром наша съемочная группа отправилась в краевую больницу имени Вагнера проверить, так ли обстоят дела. Однако вот что нам удалось обнаружить утром вторника. В больнице на Деменева людей в регистратуре практически нет. В поликлинике на Ломоносова присутствует небольшая очередь. Судя по всему, накануне наплыв посетителей был связан с началом рабочей недели. Впрочем, и статистика говорит о том, что ситуация с заболеваемостью сейчас довольно тревожная. Наблюдается всплеск ОРВИ в крае за неделю на 25%, так что берегите себя.